Добрый вечер, любители парфюмерии, коллеги, парфманьяки и просто любители. Сегодня хотела бы снять это видео по горячим следам, как говорится, потому как я приехала сейчас из магазина и купила такую чудесную вещь, как Amouage D Extrait. Называется он Extrait. Это что такое Extrait? Это очень высокое содержание масел по отношению к спирту. Вот у меня есть такие три коробочки. Посередине первая вот эта коробочка. Это то, что я купила пару месяцев назад. Это Amouage D просто 100 мл обычная бутылочка. Вот написано здесь Eau de Parfum. 100 мл. И сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так. Стоила она на американские доллары, сейчас скажу, так, для ориентации примерно вам, стоит это $350 вместе с таксом. В Америке есть такое понятие, как такс, это налог. Вот у меня же половина осталась здесь, половинка, наверное, это 50 миллилитров сейчас, да. Вот, и я просто... Прям вся в нетерпении, хочу открыть одну из коробочек. Одна принадлежит мне, другая моей коллеге. Я брала для нее. Заказывала в специальном магазине. Есть в Нью-Йорке такой department store. Называется Bergdorf Goodman. Вот у меня даже есть такая вот, покажу вам сейчас, упаковочка. Bergdorf Goodman называется. О. Это такой... Так называемый универмаг, в хорошем понимании, в общем, таких дорогих очень вещей. Я, конечно, там обычно не за явный покупатель, потому что очень все дорого, но некоторые вещи можно купить только там. Вот здесь такой целлофанчик. А, кстати, вначале не показала, он был полностью за пломбой заклеен. Пломбочка такая. Вот здесь он есть. И мы его сейчас снимаем. Смотрим. Немножко разные, видите, немножко разные. Если здесь такая корона золотая, сейчас я покажу, золотая, то на Extrait она коричневая, какая-то бежевая. Так, сейчас будем смотреть. Снимаем целлофан. Он такой плотно прилегающий, то есть хороший, добротный. Внизу у нас, видите, написано Amouage D Extrait de Parfum for Woman 50 мл. Написано Made in Oman. Сделано в Омане. Когда как вот этот вот... флакон, который на 50 миллилитров, на 100 миллилитров, он, сейчас покажу, написано Made in UK, то есть United Kingdom, Англия. Они немножко разные. Но, в принципе, это одно и то же. Почему? Потому что вообще они были созданы в Омане, и разливаются старые флаконы в Омане, а новые в Англии. Почему? Потому что там у них офис находится. И, между прочим, там более серьезная за ними, как сказать, контроль более серьезный. Я читала там на одном сайте, что одна девушка купила духи в Омане именно, и там даже волос был в баночке. То есть странное дело. Упаковщицы, которые упаковывают, они, видимо, не всегда добросовестные. Что же у нас здесь? Я прям вся с интересом. Вместе с вами хочу открыть. Надеюсь, волос там не будет. Но мне интересно другое. Раньше в старые бутылечки, в старой коробочке там... О, там даже другой цвет, видите? Черный. Значит, там раньше было имя упаковщицы. Сейчас посмотрим, есть ли имя упаковщицы. Ой. Так. Имя упаковщицы нету. Имени нет. Видимо, это новая. Да, это новая версия. Почему? Потому что, видите, и здесь, и тут на 100 мл, и на 50
ведь новая крышечка, она такая блестящая. В старых версиях она такая прозрачная, более пластмассовая. Ну, тоже есть крышка. Тоже она такое плотненько. Интересно, посмотрим сейчас. Сравним крышечки. Да, абсолютно одинаковые. Здесь такой есть камешек красивый. Страза такая. Так, вот такая вот штука. Ну, по-моему, они абсолютно одинаковые, не считая коробочки. Смотрим на... А, нет, смотрите, какая разница большая. Да, разница есть. Сейчас мы глянем. Смотрите, вот здесь. Те, которые X-Strite, они более темные. А те, которые просто Eau de Parfum, более светлые. Угу. Это очень интересно. Сейчас мы попробуем из баночки понюхать. Вообще понять разницу. Не распыляя просто пока. Сейчас попробуем крышечки понюхать. Ну, конечно, вообще трудно сказать, потому что там, где крышечка закрыта, здесь она вообще не пахнет. Сейчас я немножко ее всю марку на себя. Так. Ну, что я вам хочу сказать. Попробовав на себе, они немножко отличаются. Немножко отличаются. Здесь более мягкое звучание такое в маленькой, более концентрированное. Здесь более такое воздушное, более легкое. Но они хорошие и те. То есть, но я так понимаю, что расход разный, потому что здесь можно, допустим, сделать 3 пшика, а там 1, это будет равноценно, мне так кажется. В общем, пока не знаю, как они будут в носке, но надеюсь... Я буду довольна, потому что, конечно, цена на них сумасшедшая. За маленький флакончик, вот я говорила, за большой флакон 100 мл я отдала $350. А за маленький флакончик 50 мл я отдала $510. Значит, 470 они стоили сами духи. И остальное почти $42 это такс. То есть это налог. В Америке все так, на все есть налог. Вот, в общем, они обошлись мне в $510. То есть есть разница, да, 510-50 миллилитров и 350-100 миллилитров. Вот, ну, в общем, нужно сейчас посмотреть, как это будет выглядеть все, как это будет ощущаться со временем. Вот, ну, я надеюсь, я останусь довольна. Потом, наверное, расскажу, что происходит вообще. Но уже видно, да, что здесь более светлая вода. А здесь более темная. Они все аутентичные, все настоящие, натуральные. Потому как заказывала я их в специальном магазине, в котором не бывает подделок. Они очень свою марку держат. Это магазин на 5-й Эвеню, возле Централ Парка в Нью-Йорке. То есть все серьезно. Не просто какая-нибудь там забегаловка у дяди Васи. Вот. В общем, я надеюсь, что свои деньги они стоят. Вот. Что еще могу рассказать? Еще мне дали очень много разных пробничков. Вот, но об этом в следующий раз. Такие разные пробнички разных духов. Ну, как интересно, коробочка, а в ней вот такая вот маленькая мензурочка. Называется Melt My Heart. Мы давали еще пробничков. Вообще с каким брендом я, конечно, не знакома. Отсвечивается или называется. Это тоже Extra de Parfum. Paris Monte Carlo. Что это, понятия не имею. Но запахи убойные. Я попробовала себе на руку. Попробовала на пальто. Это, конечно, просто вообще взрыв мозга. Нужно разобраться с этим делом. Еще дали мне вот такой... пробник фигмент. Это новый муаж. Но, как оказалось, он вообще мужской.
написано «Eau de Parfum Man». Вообще он такой, кому интересно, кто любит такие, знаете, сырые подвалы. Там много очень почули, видимо, сырые подвалы, какой-то такой, какая-то такая трухлявость и сырые листья. Вот это вот именно туда. На любителя такая штука, не для всех. Вот. В общем, вот такие вот дела. Все. Всего хорошего. Я надеюсь, встретимся в следующий раз. Бай-бай.